Приветствую всех. С вами Незерамас, мы продолжаем проходить второй Siphon Filter на харде. Blow it. But we still have agents on the train. They're expendable. I don't want Logan to get off this mountain, and we've got to get to that crash site now. Blow it! Колорадо, США, United Pacifics, поезд 101. Агент Гейб Логан. Нефтяная цистерна была взорвана гранатой одного из командос агентства, разделив поезд пополам. Вы успели вовремя отскочить от взрыва, но теперь вас ждут новости похуже. Арчер взорвал железнодорожный мост в 10 милях от текущего местоположения поезда. У вас мало времени. Вы должны добраться до локомотива и затормозить поезд, пока он не доехал до ущелья. Игра в сложном режиме. У нас 4 минуты на все про все. Так, ну начало хреновое. Так, у меня гранаты вроде есть, да? А то, по-моему, тут вот. Как это пригодится? Нет? Не подорвал никого? Опа. Приколисты, что ли? Ребят, это я тут гранатами кидаюсь, а не вы. Ну, время кончается. Да я не попал. Все, осталась только винтовка штурмовая. Где? Ни хрена себе. Вот это у него выдержка, просто тупо стелс. Ну, естественно, миссия вся сначала. Ой, не надо падать с поезда, пожалуйста. Да, ну, кто-то оттуда улетел. Куда ты, блин, летишь? Мне доспех нужен. Да, развернись. Ящерица, развернись, пожалуйста.
Вот так. Сейчас сзади где-то появится. Блин. Отлично. Че, по мне стреляешь, да? А я по тебе. Доволен? Сорок секунд остается. Я, кстати, недавно обнаружил, что, оказывается, можно убивать и не в голову. А. Я почему-то думал, что он допрыгнет, и я смогу уйти. Успеть от него. Ну ладно, эти убегают. Понятно. Серьезно? Куда второй делся, я так и не понял. Я же его не убил. Ну да ладно, куда-то делся, так делся. Куда ты полетел? Человек. Надо сейчас будет в тот, вот в этот вагончик, просто кинуть гранатку. Че, не, нет, не в этот. Хотя ладно. Так, времени почти не остается. Это я за то, что меня уронил. Десять секунд, блин. Серьезно? Понятно. Нифига себе, у тебя брони.
Без бронежилета столько пуль с пистолета выдержал, даже не особо пошатнулся. Да тут сразу почти улетел. А, класс. Хрена себе у тебя запас. Так мне не надо улетать далеко. Дробовик еще кто-то дал. Быстрее. Серьезно? То есть мне вообще надо с большим запасом приехать. Ну, такого запаса явно должно хватить все-таки. Я надеюсь. Ну, это, конечно, неприятно. Я уже сделал все цели, мне, а там осталось только, чтобы экран затух, и все. Я, типа, прошел. Вот, а секунды, блин, не хватило. Супер. В итоге Лиан спасла нас. Ну, хоть так успел, ну ладно. На этом я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих сериях. Всем пока.